перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Усап, ёпта нахуй. Как дела? Да, я на студии нахуй. Пью чай. Просто the best. Нет. Чё снимаете? Снимаем однушку за 25 тысяч рублей. Ха, ебать. Никита, здорово. Ты кто, Васёк? Я твой отец. По поводу тату-салона студии будет подобное в Москве. Нет в планах. Новый тречок? Нет. Когда клип? Да. Боже, так отвечать нахуй. Вот это нахуй рэп-студия, пацаны. И не только рэп-студия, ебать. И девчонки, пью чай, в белых носках, сижу на студии, сними маску, нет, вон там стоит микрофон нахуй, мы рэп читаем сюда, где всякая хуйня, сколько Лали за фит заплатила, 0 рублей, такая хуйня, такая хуйня. Паш техник здесь тоже, кстати. Такая хуйня. У нас даже есть гардероб. Врубайтесь. На какой студии еще есть гардероб? Нормальный. Они, блядь, тут жить можно, нахуй. Даже пылесос есть. Чем? Кизар на студии. Скажи еще раз, Паш техник. Вот, Пашок. А вон там студия татуировки. Ну тогда я не пойду, там не ловит интернет. Такая хуйня. Да, это про меня, братан. Такая вот тема. Дверь открывается, смотрите. Шлёп нахуй.
утра, бля. Ну так и трепуем. Фит с Пашком где? Не знаю. Потерялся под пути. Короче, студия. Кто хочет песню написать, чтобы вам помогли написать песню, набить татуировку. Вся инфа в моем аккаунте. Как у Кизару. На моем аккаунте. Моя мака. Чё за чай? Обычный. В пакетике. Это вообще-то Эрл Грей. Да. Эрл Грей это типа, блядь, с этой хуйней, да? С бергамотом. С бергамотом, во. Да сколько тату можно сделать? Не ко мне вопросы вообще. Вся информация там у меня. Тыкайте и спрашивайте. Вот. Будешь бить татуировки на глазах? Конечно. Сижу, жду, чтобы набить татуировки на глазах. Или это уже реклама? Это не реклама. Какая реклама? Салам, брат, салам. Пиздец, вы буржуазы, блядь, чай с бергамотом хуярите. Именно так. Пемпа, сколько тебе лет? 13. Будешь бить татуировкам ебало. Возможно. Буду их втыкать в землю. Ты слушаешь Фейса каждый день. Ну, клип охуенный вышел. Гандон ты. Да, именно так. Билеты на ваш концерт в Минске разлетелись за пару дней. Серьезно? Нормально. No Cry под левым глазом. Да. Алох под правым. Так и живем. Тебе холодно? Да, всегда. На груди ебало Фейса. Наебали Фейса грудь. Ага. На столе лежит блокнот. Покажи его, плес. Нет, не покажу. Спасибо. Ждать летят 24-го на рэп-фесте. Ждать буду рэп наваливать. Такой, йоу-йоу. Угу. В толкане, что ли, прямой снимаешь? Толкан твой дом, бро. Это студия рэп-музыки, ебать. Прости. Дай свой номер, попиздим. Угу. Сейчас. Ты кто? Я пацан. Ответ пиздец.
Спасибо, Кирюх. Как, Кирюх, у тебя дела? У бабки на хате песни твои валим. Респект. Сука. Стабильно в качалке сейчас. Желаете набрать массу? Нужно. Пемп альбом говно, у меня лучше. Базарной. Ладно, блядь. По большому, как ходишь? Эпично. Смех, как у осла. Пошел нахуй. О, блядь. Бля, чем больше я читаю комментарии, короче, тем я больше тупее. Задумался о бытие. Будешь 24-го в СПБ? Буду. Я не бью тату. Такая хуйня. Я вообще нихуя не делаю. Че, в толчке сидишь? Да, в толчке. Охуенно. Когда клип, чувак, вот отвечаю, хуй его знает. Но он там лежит. Недоделанный. Как закадрить Фадеева? Никак. Ты опоздала, прости.
Короче, ладно, слишком высокоинтеллектуальные разговоры. Прощайте.